Нам явно есть о чем поговорить. Ну что ж, сегодня у нас книжные покупочки за, наверное, несколько месяцев. Здесь у меня еще две книги отдельно, потому что они у меня только что из морозилки, и я нечаянно на них пролила совсем немного воды. Надеюсь, это никак не отразится, но, по-моему, вот они уже чуть-чуть подсохли. Или это не та? Вот здесь осталось. Из морозилки они потому, как я посмотрела целое одно видео, как обрабатывать книги с барахолок, потому что они у меня такие немножко подозрительные. Я их покупала в Нормате, покупала в такой книжной лавке, где очень много всего, и они вместе мне обошлись, по-моему, в 150 рублей, либо в 200, потому что это стоит у меня сколько... Сейчас я тоже вам все про цены расскажу, все, где что брала. По срокам я вам, наверное, не скажу, то, что уже не помню, но тем не менее... А, я все стерла. Ну, короче, одна из них стоила, вот эта точно стоила 50 рублей, потому что она была на полках с книгами по 50 рублей, а это, по-моему, 100. Вот, хочу попробовать еще почитать Маркиза де Сада. Ну, и здесь у нас тоже много всего. Сейчас я тогда сяду, установлю камеру так, чтобы было удобно и мне, и вам. Ну что ж, давайте мы начнем с вот этой стопочки. У меня наверху здесь стоит Терри Пратчетт, которого я купила, точнее, мне подарили. На Лабиринте были скидки. И я купила 4 книги. Четвертую я сейчас читаю, потому что это у нас вот эти две книги. Это у нас цикл вместе с вот этой третьей. Последний цикл, который писал Терри Пратчетт перед смертью. И прям, кстати, видно, что немножко есть различия. Хоть я первые циклы сейчас не все еще читала, только начала про стражу, но видна разница. Единственное, что мне не нравится в этом издании. Вот я его даже в обложку вставила, подровняла специально, чтобы подогнать под размер. Потому что, несмотря на прекрасные иллюстрации, которые кому-то не нравятся, но я просто от них в восторге, они очень сильно гнутся. Книги немножко в таком странном состоянии в плане корешка. Мне кажется, он ненадежный в плане обложки, потому что я свою обернула уже где-то спустя неделю чтения, потому что я читаю достаточно медленно и все такое. Здесь не уверена, что будет видно, но у меня... ладно, я даже доставать из обложки не буду, просто поверьте мне на слово. У меня вот здесь несколько очень глубоких царапин, так сказать. И если бы я, например, захотела бы их продавать, мне, конечно же, пришлось бы уступить в цене, потому как это явное повреждение и товарный вид испорчен. Ну, я их, благо, продавать не собираюсь. Хочу докупить еще одну книгу, которая сейчас по скидке на Озоне. Кстати, вот советую всем смотреть на Озоне. На Wildberries не знаю, но на Озоне вот явно есть очень неплохие скидки в контексте того, что они бывают не в зависимости от какого-то сезона, а просто там раз в месяц, раз в полтора месяца. Да, стало явно получше, прошу прощения, что, может быть, немножечко локация так поменялась. Думаю, что так будет все-таки лучше, несмотря на то, что занавески у меня как-то так отсвечивают более ярким цветом, нежели они являются таковым. Вот, можно посмотреть, здесь вот такой срез, то есть какое-то непонятное пятнистое нечто, но когда мы открываем, мы наблюдаем прекрасные вот такие иллюстрации. Я вообще не сторонница говорить о том, что смотрите, какие в книге иллюстрации, а книга говно, но книга очень неплоха. Что я поняла по переводу, так это единственный перевод, во всяком случае, вот этой трилогии. У нее, по-моему, нет другого перевода, во всяком случае, то, что выпускал Эксмо. И интересно, то есть это достаточно такой... Ну, относительно короткий цикл у Терри Пратчетта, очень, как мне кажется, неплохой перевод с точки зрения юмора, который я очень люблю у Терри Пратчетта и ценю, и не во всех переводах он сохранен. Здесь все хорошо, единственное, я читаю, конечно, очень долго, и вот здесь я прочитала, ну, дай бог, ну, здесь больше, потому что я в электронном виде еще читала, потому как в мою сумку не всегда помещается книга. Вот, но, в принципе, если за нее взяться, думаю, что можно прочитать человеку, который не быстро читает, где-то за неделю. Но советую прям всем ее оборачивать. Именно это издание, потому что, вот, уже объяснила, почему. Хочу сейчас пока скидки купить цикл «Стражи», который я сейчас читаю, тоже параллельно с ним, ну, там,
так скажем, возвращаясь к нему через какое-то время каждый раз, когда хочу новую книгу Терри Пратчетта почитать. Вот. И я его буду покупать уже в черном виде. Там не все книги есть на Озоне, но за 4 книги или за 5 заплатить 1500, мне кажется, это неплохо. Давайте я вам дорасскажу про книги, которые я покупала в онлайн и офлайн магазинах, а потом я расскажу про то, что я покупала по хорошим ценам с рук или в своем букинистическом магазинчике. И первый лот у нас вот такой. Давайте даже вот это я уберу. Две книжки. Это прекрасная серия, как я поняла, которую выпускает Буквоед, потому что в онлайн-магазинах я их не видела. Я увидела их только в Читай-городе, наверное, в прошлом месяце. Там были тоже какие-то бешеные скидки. И я купила это и еще несколько упаковок магнитных закладок. Там раздарила своим, оставила что-то себе. Значит, я взяла Достоевского, потому что «Белые ночи» я не читала. И Гоголь — это просто моя отдельная любовь. Так, а так там еще идет, по-моему, Пушкин и Обломов Грибоедова. Но я решила его не брать. Они стоили, по-моему, по 350 рублей. Да, при том, что даже в онлайн-магазине «Буквоед», если я не ошибаюсь, примерно такая же была цена. То ли 350, то ли 300, ну что-то такое. Но это было со скидкой. Я их еще не читала, но очень удобный формат такого, ну не знаю, это не покетбук, но сам формат книги твердобложки, очень неплохой шрифт, потому что я сегодня вам покажу книгу, в которой шрифт просто отвратительный. Тем не менее, хочу сказать, что вот очень милое оформление, ничего лишнего, все симпатично, обложка тоже прекрасна. Думаю, что я тоже буду оборачивать, и вообще я собираюсь, наверное, все книги, которые буду с собой возить, читать в общественном транспорте, оборачивать, потому что у меня такие сумки, где все вместе скоплено, и ключи могут, например, царапать обложки книг, либо еще что-либо. А дальше у меня будет несколько книг с книжной ярмарки, которая проходила в конце, а нет, да, в августе она проходила, точно я помню, и в начале сентября. И я купила себе вот такую книжку «Мифы Поволжья», там были, это получается от «Миф», да. У нее там целая серия, я хочу их все забрать, честно, я была уверена, что почему-то они должны быть больше, как будто форматы даже, не знаю, А4, что ли, такие широкие, большие, но они вот такие маленькие и компактные, что удивительно. Я еще не читала, потому что для меня всякая такая литература достаточно специфична, но сам факт того, что есть такая серия книг, меня она заинтересовала. Там было много всего, они тоже были по хорошей цене, ну, относительно того, что они не БУ. Но я решила взять именно Поволжье, потому что все остальное как-то оно не то что приелось, скорее просто по ним достаточно много другой литературы, а вот Поволжье мне показалось интересным. Тем не менее, я буду собирать всю коллекцию, но просто решила, что первой будет именно эта книга. По-моему, она стоила 600 рублей, когда обычно они стоят там около 1000, я думаю, надо брать, потому что даже в интернет-магазине и на самом сайте «Миф» они стоили дороже. Вот, и, в принципе, я тоже буду выцеплять их, наверное, на том же Озоне, когда будут скидки. Следующая книга – это вот такое огромное издание «Маркиз де Сада». Это его биография. Меня он заинтересовал после того, как я прочитала его я не могу вспомнить название, я его здесь обязательно вам вставлю, мне даже стыдно. У нее там два разных названия, я читала, и там как бы две разные версии этой книги с разной, по-моему, концовкой, или там даже дополнения есть какие-то. Я читала одну из них, при том, что я в этой книге думала, что... Жюстина. Но прикол в том, что две повести, два рассказа, так скажем. И я почему-то думала изначально, что я читаю именно то произведение, по названию которого, название которое было написано на обложке. И такая думаю, блин, а где же вообще это все? А потом поняла, что это не то. Но, тем не менее, меня эта книга заинтересовала, и когда я увидела, я не знаю, что это за издательство, Ладомир, наверное, не знаю, не уверена. Но в любом случае, когда я вот стояла, я его сначала увидела, прошлась еще раз по всем стендам и думаю, вернусь за ним. И когда я за ним вернулась, я такая, боже мой, его нет, его кто-то купил, но, по всей видимости, просто его заслонял молодой человек, который там стоял, и я такая, ладно,
пойду еще раз схожу в кружочек. И я вернулась, и он был, и я такая, возьму. Я за нее заплатила 500 рублей. Кто-то, ну, люди, которые там стояли, посмотреть просто как мелко. Я сломаю себе глаза. Просто надо будет сидеть читать дома, потому что, ну, вот просто вот, даже вот на таком расстоянии, как я стараюсь не прям очень близко держать к лицу книгу, просто, ну, это очень плохо. Вот, но живем. И на самом деле, когда я подошла к прилавку под книгу, я достаточно робкий в этом плане человек, да вообще в любом плане я робкий человек. Просто из-за того, что я много говорю и такая достаточно эмоциональная, все почему-то думают, что у меня капец какая самооценка. Но я очень такая робкая дама. И были удивлены тем, что... Были удивлены, что я подошла и хочу купить книгу. Они три раза мне сказали о том, что это не книги Маркиза де Сада, это типа его биография. Я такая, я поняла, спасибо. Вот, буду читать. Вот в следующем видео покажу, что я собираюсь вообще читать до конца этого года. Смогу успеть, не смогу. Но у меня нет такой цели перегнать всех и вся. Просто хочу поставить себе какую-то цель, отобрать те книги, которые в первую очередь я хочу прочитать. И... идти к этой цели не получится, ничего страшного, мир не рухнет. И одна из таких книг, скорее всего, будет это Дарья Бабулева и ее произведение «Наш двор». Вообще, я давно о ней слышала, много слышала хвалебных отзывов, по-моему, ее хвалила Юлия Волкодав, а мне, в принципе, ее вкус в литературе плюс-минус нравится. У нас много что сходится в контексте того, что я беру, что она читает какой-то реализм, я читаю его, и мне он тоже нравится. Я не знаю, почему камера не передает этот насыщенный, красивый, желтый цвет. Прошу прощения. Но у нее таких книг, по-моему, 2 или 3. У нее есть еще «Юрки», кажется, и что-то еще. Но вот «Наш двор» — это одна из самых ее популярных, так сказать, из всех, которые у нее есть, где она писала не в соавторстве, а просто как отдельный писатель. Вот, тоже купила на вот этой книжной ярмарке, и стоила на 630 рублей без скидки, со скидкой я за нее заплатила где-то около 550, что-то такое, потому что у АСТ были скидки, по-моему, то ли 20, то ли 30% от стоимости на ценники. У Эксмо эта скидка была уже включена в стоимость, я такая, пу-пу-пу, ну ладно. Вот, поэтому прикольная книга, очень небольшая, как бы и по объему видно, и, в принципе, по страницам. Давайте посмотрим, сколько тут у нас. Ну, страниц 350, наверное. Сейчас побудем немножко Энтони Юлаем. 349. Я почти угадала. Где мой приз? Где приз? Ладно, все, я сама у себя еще тот подарочек. Шрифт, в общем-то, неплохой. Мне очень нравится, кстати, знаете, когда я смотрю какие-нибудь такие обзорчики, типа, показывают, какой шрифт, чтобы я понимала сразу, ослепну я или еще буду жить. Вот, поэтому, да. Поэтому сама тоже показываю. На этом, наверное, все. Все остальное я покупала на книжной своей, в своем книжном магазинчике и с рук. Первая книга — это «Лето бабочек». Ничего про нее не знаю, честно. Вот не то чтобы я сказала, что я повелась на обложку, я просто прочитала аннотацию и поняла, что мне, в общем-то, было бы интересно с ней ознакомиться. Стоила она 250 рублей, вон, видите, даже ценник не сняла, потому что их здесь 2, и я вот сегодня этим как раз займусь. Потому что помимо того, что я их буду чинить, ну вот, например, это учинить не надо. А есть другие, которые все-таки нужно. Я также буду их все проглаживать. Конечно, они у меня уже стояли на полках и все такое. Но, тем не менее, особенно вот эти, которые у меня 2 книжки, я их достала из холодильника, и теперь их нужно все прогладить, все страницы, для того, чтобы, если на них есть какая-то инфекция, она... исчезла, так скажем. Вот, так, я про них уже сказала. Значит, это Артур Конан Дойль. Это вот 7-й том, но у него здесь это не письма его, а именно какие-то произведения отдельные. У меня Конан Дойль в эксклюзивной классике, но я подумала, что почему бы не взять такую. Если я увижу из этого собрания, так скажем, другие тома, тоже приобрету. Но, в принципе, то, что оно у меня одиночное, будет неплохо. И Маркиз де Сад, тоже такой масюпенький у меня, вот, желтенькие странички, и надо их все-таки обработать, потому что я боюсь за всю свою остальную библиотеку, как бы они какой-нибудь гадостью от них не заразились. При том, что они у меня, в принципе, тоже стояли в шкафу, но не стояли, а так лежали на полочке, не соприкасались с другими книгами, но воздушно-капельные, все возможно. Блин, я только что поняла, что если воздушно-капельные, это значит, кто-то на кого-то должен был чихать. Короче, Марина совсем уже полетела кухой.
книгу будем читать, даже, возможно, возьму вот себе как раз-таки на чтение сейчас. Но это не точно. Следующая книга, это у нас Майк Омер, его «Внутри убийцы». Хочу собрать его эту трилогию, все остальное что-то мне пока не нравится. Читаю его другую трилогию, но они как бы между собой никак не связаны, но там герои... Ну, вообще-то есть там герои, которые идут из книги в книгу. Это получается как приквел к Зои Бентли, потому как там она типа вроде как фигурирует, но вроде не фигурирует. Вот эту вторую книгу я сейчас у нее прочитала. Значит, «Смерть в Сити». Первая это была... Что-то там... Короче, кто-то там кому-то звонил. Там рыжая бабища на обложке. А вторая книга это «Смерть в Сити». Тоже какая-то нудятина. Если первая книга мне просто не понравилась, то вторая просто нудятина какая-то. Значит, первая книга тоже нудятина, но просто там как-то это было прям неожиданно после вот этих сильной трилогии. Вот, не знаю, у него сейчас новая как бы серия выходит. Ну, цикл книг. Посмотрим его. Но я должна тут вот эту, которую я сейчас читаю, дочитать. Там еще две книги, получается. Одна полноценная, а вторая какая-то маленькая. Я в магазин видела, но вот такая мысипусенькая. Я такая, господи. И за нее 400 рублей вы хотите, ребят, ваша лень. Ну, хотя эти книги по 900 стоят, а эту я взяла на Авито за 100 рублей. Она, в принципе, в нормальном состоянии. Единственное, у нее немножечко тут вот такие корешочки. Они это у меня... пообдерлись. Кстати, я только что поняла, что я снимала несколько рилсов про эти книги. Вообще, ну не про все, конечно, но про некоторые, про, что я покупала. Ладно, пофигу. Ничего страшного. Короче, книга, в принципе, норм. Но, серьезно, я бы ее не покупала за полную стоимость. Ну, хотя, ладно, эту серию я бы, наверное, купила. Но... Все равно, не по 900 рублей. «Шестерка воронов». Вот как раз я ее тоже показывала в рилсах, в шортсах, в тиктоках. Да, в шортсах. Здесь даже мне осталось немножечко, к сожалению, от клея упаковки, потому что это тоже с рук попало, по-моему, 200 рублей. «Прислуга». Просто моя любовь. Хочу собрать все книги у этого автора. Ну, в смысле, как? Во всех изданиях эту книгу. У меня уже в одном есть, в желтеньком, но не та, которая с кинообложкой, а которая самая первая. Потом я увидела эту и просто в нее влюбилась. Когда я вначале гонялась за той, и потом я увидела эту, и когда ту купила, даже немножко расстроилась. Но нашла вот эту на Авито, смогла найти в Москве. Она немножко вот здесь грязноватая. Я вот сейчас не знаю, как, чем это можно убрать. Ластиком, не ластиком, но тоже будем сегодня с этим всем разбираться. «Исчезнувшая» купила буквально вот тоже недавно. Сначала хотела у одной девушки, она ее продала, и я купила в своем районе у другой. Стоило 200 рублей. Вот. Шрифт тоже, кстати, такой. Я бы не сказала, что супер крупный, но и не бисер. Но мне не нравится, что у них здесь вот, блин, вот столько расстояния просто затрачено на пустоту. Нельзя было вот немножко растянуть текст вот вниз, чтобы он был, ну, покрупнее. Ну, то есть даже вот объем можно оставить такой, но покрупнее. Ну, пожалуйста, ну, ребят, ну, что это такое? Я, конечно, не люблю вот эту фигню, которая долгожданная экранизация. Ребят, мне похер. Я когда ее смотрела, мне было не знаю сколько лет, ее когда экранизировали в году 14-15, я была достаточно молода, юна и не видно. И, соответственно, я вообще про актеров, я даже не знала, кто там играет. Моей маме вроде понравилось, она смотрела его. Но прикол в том, что я только спустя несколько лет поняла, кто это вообще. Это этот... Бля, я забыла, как его зовут-то. Бен Аффлек, вот. Мужик Джей Ло и тот, который играл Бэтмена. Вот. Книга, говорят, очень противоречивая. Я вот ее давно хотела почитать, потом увидела отзыв у Ани Букспейс, такая, надо брать. Так, у меня тут гора книг, она сейчас может упасть. Перекладываем на следующую. Теперь у нас эксклюзивная классика, прям по ней можно увидеть, какое разное издание, потому что оно вся разного цвета. Эмили Бронте, у меня есть ее сестрица, как ее там зовут, Шарлотт, по-моему, или нет, не знаю, кто у меня там тоже, Бронте, не вижу кто, которая написала «Учителя». А это у меня «Грозовой перевал», я читала «Джейн Эйр», мне не понравилось, говорят, «Грозовой перевал» совершенно другая история, будем знакомиться, возможно, я даже познакомлюсь с ней осенью, потому что такой вайб немножечко. 200 рублей, это вот мой букинистический магазин начинается, здесь еще три книги будет с Авито, но все остальное это букинистический магазин. Маркис, «Жить, чтобы рассказывать о жизни», как я понимаю, это биографическая немножко история, по-моему, она тоже, то ли 180, 100, короче, там вот на такие книжки три цены, 200, ну, во всяком случае, то, что я покупала, 160 и 180. Не знаю, сколько стоило, потому что ценника нет, но вот до 200 рублей. Дальше у меня Куприн. Вот насколько разное качество бумаги, просто посмотрите. Вот это
и вот эта книга. Совершенно разный по весу. Вот это тяжелее. Хотя по объему, но мы как бы можем измерить, что кажется, как будто даже Куприн больше. То есть он даже такой... Вот даже вот так лучше показать, что он более такой пухленький. Но при этом бумага легче. По размеру шрифта очень неплохо. Мне нравится, кстати, а что там у Маркеса? Маркеса тоже нормально. То, что иногда бывает очень мелкий шрифт. По-моему, вот Артур Хейли в отеле просто бисер. То, что у подруги был, я смотрела прям очень мелко. Здесь как-то получше, но нужно, конечно, понимать, что достаточно плотная книга, и в таком переплете, ну вот видите, 170 рублей, тяжеловато читать. То есть я все-таки такие пухлые книги люблю больше в твердой обложке. Но думаю, что буду читать. Куприна люблю. Читаю. Единственное то, что гранатовый браслет, мне его, например, не особо понравился. Но вот буду знакомиться. Я так понимаю, а я не знаю, это одна книга или что? Наверное, да, сейчас посмотрим, есть у нее содержание. А нет, вот смотрите, это значит, у нас получается, скорее всего, повесть первая, а дальше идут рассказики. Ну, хорошо, посмотрим, ознакомимся. Артур Хейли, читал у него вот его «Отель». В принципе, неплохо, но если он все пишет в таком жанре, ну... Немножечко тяжеловато, потому что это все очень так монотонно, очень долго. Но здесь как-то колесо поменьше. Хочу еще аэропорт его. Еще что-нибудь такое интересненькое. Вот, 150 рублей. И она вот, кстати, тоже достаточно тяжелая. Ирвин Шоу. При этом есть еще Ирвинг Шоу, по-моему. Но это другой писатель. Мы с подругой недавно это выяснили. Очень такое плотное издание. Бумага, кстати, беленькая. Тоже 150 рублей. У него читала «Ночного портье». В принципе, неплохо, но не скажу, что что-то вау. Но так как это, в принципе, классика и американская классика, я бы хотела с ней продолжить знакомиться, потому что, на самом деле, вот как в кино, так и в литературе не особо я проникаюсь к какой-то американской именно классике. Мне больше нравится европейская, Англия, Франция. Вот, поэтому будем знакомиться. Вот, и опять Маркес, «Любовь во время чумы» читала, и очень хотела себе ее в коллекцию, потому как хотела. Видела, есть еще в твердом переплете, но, по всей видимости, из-за того, что это одна из самых популярных книг автора во всех онлайн-магазинах, на эту книгу бешеный спрос, по всей видимости, и поэтому она порядок дороже других книг Маркеса в этом же оформлении. То есть твердая обложка там стоит рублей 500, а мягкая... Когда обычно стоит там по 200-250, это стоит 300-350. Я такая, чегось? И тут я увидела в своем букинистическом магазине, такая, беру. У нас мягкая обложка заканчивается, и мы продолжаем уже с твердой обложкой, но тоже букинистика. Давно смотрела на эти две книжечки и решила, что возьму. При том, что я их видела несколько раз, но каждый раз, как увидела, шла читать аннотацию и смотреть отзывы на LifeLib, потому что не могла вспомнить, я помню эту книгу или нет. И что там по ней, почему я, если она мне нравится, не беру. А не брала я их, потому что, ну, как-то бюджетом не было заложено. Так они стоят по 250 рублей. И вот они. Такие, мне кажется, должно быть интересно. Как я понимаю, это вот внуки приезжают к деду на дачу, ну, в деревню, и развлекаются как могут. Мне почему-то показалось, что это похоже на Полякова, если я не ошибаюсь, как его там зовут, Алексей или Александр, Александр, по-моему, Поляков, который написал про софт детства. Ну, как он описывал свое детство глазами ребенка, когда жил в Советском Союзе. Вот. Мне кажется, здесь что-то подобное. Я не уверена, что это будет конкретно именно про Советский Союз, но просто вот такой вайб беззаботного детства в контексте того, что ты его проводишь еще и с дедом на даче. Мне кажется, это что-то незабываемое. Обязательно, я, когда прочитаю, поделюсь впечатлениями. И дальше тоже у меня две книги одного автора. Это «Зулали» и «Понаехавшая» от Нарины Абгарян. Вообще, вот это издание «Свои люди», по-моему, всегда со мной, или «Мои люди», нет, «Мои люди», короче, что-то вот там такое, какое-то, короче, такое прикольное название, немножко с отсылочкой на Олю Бузову, извините. Очень красивая такая обложка, и вообще вот оформление этой серии очень симпатичное. И поэтому я ее немного перепутала, у нее есть книга «Симон», наверное, я ее перепутала с книгой Виктора, по-моему, Виктора его зовут, «Каракура», который писал про свое детство в 90-е.
с бабушкой. Я ее все тоже хочу купить, но она такая огромная, блин, не знаю, как я буду читать ее. Ну, в смысле, в печатном виде. Вот. Я не дочитала, потому что это оказался сборник рассказов. Для меня такой немножечко сложновато читать на постоянной основе. Вот. А «Понаехавшие» очень хочу. Там есть, кстати, еще одно другое издание. Оно тоже симпатичное, но это мне почему-то нравится больше. Это стоило 390. Это, по-моему, тоже где-то 300 или 250, что-то такое. Вот. Она даже прям в пленочке. Вот. И последнее, то, что мы бах смотрим с вами. Две книги из этих вы могли увидеть в шортсах, если кто-то смотрел. А одну я купила буквально вчера. И вот как раз из-за нее я хочу... Ну, это одна из причин, почему я вспомнила, что я хотела немножечко починить некоторые книги. Потому как у нее очень... Ну, не очень, ладно, но у нее все-таки плывет корпус. И нужно бы его вот так прифигачить обратно. А я не знаю, с этой стороны, вот с этой стороны лучше будет видно. Видите, здесь такое расстояние, которого по факту не должно быть. И я его вот так просто сюда приклею. Ну, это моя теория, как я могу это сделать. То есть я вот как бы клею туда, клею, господи, клей туда налью. И такая, оп, и вот так прифигачу. Но я не знаю, как это будет работать. В любом случае постараюсь сделать так, чтобы, ну, как бы пресс, он... давил как бы по всему, по всей площади нанесенного клея. Вот, но посмотрим. Она еще немножко такая грязнющая. Да, «Восхитительная ведьма». Шрифт просто, я немножко, нет, я не немножко, я просто в аху, потому что это просто бисер. Просто бисер. Я не знаю, что там во втором издании, который там, где на одной книге пистолет, на второй этот... шар дискотечный. Но, боже мой, какой ужас просто. Она, во-первых, сама, блин, ну, посмотрите, она достаточно большая. Я как бы знала, что объем книги большой. Я и на самом, и на Озоне смотрела, и, в принципе, когда я сама читала, там много там страниц. Но я думала, что там шрифт, ну, как бы, как-то побольше, блин, ну, я не знаю. Опять же, вот, ну, какого хера? Ладно, да, ну... Вот, ну ладно, здесь ладно. Просто я здесь вот посмотрела, где там была, на, короче, какой-то странице, там, где, видимо, конец главы. И тут меня просто, ну, как бы, ну ладно, здесь нет. Ну, короче, что вот на этой стороне было, вот здесь прям такое большое расстояние. Ну, это было там, типа, а-ля конец главы, хорошо, ладно. Но очень, очень мелко. Почему взяла? Потому что, хоть я и сказала, что... типа, много есть каких-то противоречивых моментов, и она под конец меня начала бесить, но я также говорила, что если бы она была объемом чуть поменьше, она бы не вызывала у меня столько сомнений в том, что я трачу бесполезно свое время. По итогу, в принципе, я понимаю, что я такую литературу читать буду, продолжать, потому что мне отчасти это нравится. Да, вот когда я такое подобное читаю, а конкретнее слушаю, я в какой-то степени отдыхаю. И да, да, в такие моменты я готова принять тот факт, что с книгой можно отдыхать. Вот, тем более, это издание симпатичное. Хочу вторую книгу купить. Я вот хотела купить на Озоне, но в итоге скидки там закончились, и она теперь все равно по скидке, но я не хочу ее покупать, блин, за 450 рублей, хотя могла купить за 350. Поэтому, если будут скидки, я куплю на Озоне. Если увижу где-нибудь в таком же издании на Авито, то куплю на Авито. Просто, опять же, проблема Авито, то, что ты должен сам приехать, забрать, а у меня теперь нет единого проезда, как для студента, я каждый раз опускаюсь в метро, плачу 50 рублей. И плюс я живу в Подмосковье. И то есть это если только я в Москве нахожусь. Соответственно, легче уже купить просто на Озоне. И как бы по факту то на то и выходит. Особенно если там скидки. И ты платишь небоснословные деньги, как, например, в интернет-магазинах какие-нибудь. Хотя на Лабиринте тоже достаточно часто бывают скидки. Она немножко помятая. Вот здесь у нас края тоже такие не супер добротные. Но, блин, она стоила 200 рублей, ребят. Как бы. Она вот единственное то, что меня смутило. Не то, что смутило, просто она вот реально грязная. То есть она пятнистая. Ну, сама по себе бумага тоже такая, как туалетка. Ну, как бы, сори, такое издание. Вот. И две книги, за одной из которых я прям гонялась. Потом в итоге весь Авито был ей опять забит. «Селеста Инк». Купила обе у разных продавцов. Здесь просто шикарное, как мне кажется, качество. Ну, не бумаги, а именно обложка. Она такая
очень приятная на ощупь, не знаю, как правильно это назвать. По-моему, у нее есть правильное название вот такого материала, как она такая, типа, как а-ля велюровая немножечко. Но я не знаю, как правильно. Причем из забавного здесь, значит, белая бумага, а здесь просто все вот такое. Что у нас по шрифту? Достаточно крупный, я бы сказала. Мне, в принципе, нравится. Здесь тоже он крупный, но, кстати, книга сама по себе тяжелее. У нее тоже такой материал, но за счет того, что, так скажем, буквы, они немного другого материала, то и, в принципе, ощущение от держания книги вот с вот этой стороны, ладно, пусть будет так, оно немного другое. А с этой она, конечно, тоже такого же приятного материала, как и первого. Вая. Причем у нее есть 3 издания, и это мое не самое любимое. Я хотела себе с домиком, но, может быть, я потом как-нибудь куплю и эту продам, потому что мне в 2 изданиях она не нужна, потому что из них 2 мне первая больше понравилась, которую я читала. Все, чего я не сказала. Шрифт тоже прекрасный. Единственное, вот, блядь, вот, ну вот это, ну куда, ну кому, 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 сколько, зачем надо так много места? Вот, ладно, хорошо. И вот эти отступы, конечно, дай боже, просто низкий поклон вам, ребята. Вот, ну, в принципе, я довольна. Я надеюсь, что вы не позволяете никому портить себе настроение, потому что вы это можете сделать сами. С другой стороны, вы можете этого и не делать. И каждый день жить и доказывать самому себе и окружающим, что вы просто офигенны. И у вас все обязательно когда-нибудь получится. До нового видео. Пока!